Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная посылочка из Китая. Вот такая вот у нас она большая, да? Это у нас автомобильное зеркало заднего вида с андроидом. Сейчас мы распакуем, посмотрим, как оно выглядит. Вся в пленке запечатанная. Распакуем сзади ее, так как скотч. Такое у нас зеркало огромное просто. Пленочку. Все пусто там, ничего нет. Также тут еще раз запечатано все. Вроде все аккуратненько. Давайте же вскроем опять. Это запечатали, конечно, конкретно. Не добраться до него, конечно. Да, запечатали, ребята, конкретно. Так, ну что, давайте откроем. Так оно у нас открывается. И бах, сразу же нас встречает зеркало. Вот такого у нас размера. Так, что у нас тут держит? Коробочку, провод. Здесь у нас зеркало. Давайте отложим в сторону. Что у нас здесь есть? Так. Здесь у нас получается сам провод, который подключает данное зеркало. Вот. Длиной 2 метра, 1,5-2 плюс-минус. Также провода для подключения. Здесь у нас вот этот провод будет для подключения камеры. Здесь два провода для, насколько я вижу, питание просто и зажигание. Это у нас будет земля, и это у нас походу для подключения тоже камеры. Здесь у нас что металлическое, также флешка microSD. Вот у нас флешечка. Можете видеть microSD, да, на 8 гигабайт. Также тут у нас, скорее всего, это у нас крепление. Вот. Вот у нас вот такое металлическое крепление для нашей зеркало, и же, естественно, я так понимаю, таким вот способом, вот таким вот способом будет крепиться к нашему лобовому стеклу. Вот это прикрепили на лобовое, или же у вас какой-то есть другой способ, да, то можете, конечно же, другим. Здесь шарик стоит, должен по логике крутиться, да, вот оно регулируется, вопросов никаких не будет. Давайте отложим, что у нас дальше. Здесь у нас идет защитная пленочка специально для экрана. Налепили на наш экран, там где будет, чтобы не царапать само зеркало. Очень хорошо. Дальше у нас идет инструкция. Давайте сейчас посмотрим. Английский, скорее всего, да, на А4 формате все напечатано, все на английском языке. Ну, я думаю, мы разберемся как-никак, и подключение тоже должно быть написано, как подключать. Давайте в сторону отложим это, перейдем к нашему зеркалу. Ну и вот, друзья, наше само зеркало, вот так вот оно выглядит, да, здесь у нас кнопочки выключить, домой, назад, GPS,
включение камеры, выключить звук, ресет. Также здесь стоит микрофон. Что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас камера находится, которая регулируется, да, работает в виде регистратора. Также один динамик, тут второй динамик стоит. Вот так выглядит зеркало. Экран у нас тут 5 дюймов. Можете видеть, полноценный Android, как ваш телефон обычный, да, встроенный просто в зеркало. Его практически не видно, то есть, ну, видно, но особо внимания не обращаешь. Пленочкой закрыто, все хорошо. С этой стороны у нас находится для флешки, здесь для сим-карты, здесь мини USB и для включения видео. То есть здесь все продублировано, можно кому поглядеть. То есть вот так он. Сейчас давайте мы подключим и посмотрим, как оно вообще будет показывать, что себя представляет. Берется провод многожильный, вставляем. Так, дальше. Здесь возьмется один плюс и второй плюс, который мы садим на один провод. И также будет браться черный на минус. Здесь у нас стоит предохранитель, который защищает в случае перепадов, что уже очень хорошо. Сейчас мы включим и посмотрим, как оно будет работать. Так, ну что, друзья, вот мы подключили наше зеркало. Давайте его включим. Nissan загорелось, да? Идет включение. Ну, это мелочи, просто не доставило, скорее всего, еще чуть больше всунуть и нормально будет. Ух, отлично. Такой вот у нас экранчик, можете видеть. Полноценный Android. Хорошо, очень хорошо. Так, что у нас с языком? Ну, давайте зайдем сюда. Камера передняя, которая управляет, так. Видео. Ну, записи пока нету. Ну-ка, нажимаем. Ставьте флешку или выберите память. Да, давайте, друзья, ставим сейчас флешечку нашу, которая к нам пришла в комплекте. 8 гиг. Запись. Выберем. Флешка 8 гиг назад. Да, пошла запись. Пишет время и также дату. Отлично. Остановить. Фото. Тоже сфотографировала. Все хорошо. Также можно внутреннюю память записать. Давайте посмотрим язык. Вернемся домой. Давайте вернемся домой. Ага. Если нажали домой, получается, продолжается регистратор. Назад. Все, выключилось. Давайте зайдем в настройки. Язык выберем. Угу. Русский. Где у нас русский? Угу. Стоп. Вот наш русский язык установлен. Домой. Так, тут на английском, а в настройках Bluetooth экран, да, все на русском, отлично. Экран, я это так понимаю, яркость экрана на максимум, можно сделать минимум, оставим так. Так, что у нас тут еще? Звук, память. Память у нас получается сейчас просканирует. Память телефона пишет 5 гиг. То есть у нас на самом нашем зеркале есть уже внутренняя память в размере 5 гигабайт.
хорошо. Плюс мы флешку на 8 ставили. Дата, время, настройки видео о телефоне. Обновление, общая информация. Android 4.4.2. Хорошо, давайте, друзья, попробуем Wi-Fi включить, посмотреть, как он работает тут. Wi-Fi. Нашло кучу Wi-Fi. Мой это гарант. Опа, стоп, не то. Гарант. Вот, гарант. Сейчас мы подключимся. Подключиться. Подключим. Хорошо. Давайте домой. Все. Wi-Fi подключен. Пока вот появились у нас связь. Давайте зайдем. Что у нас тут есть? Play Market, YouTube. Давайте зайдем в Play Market. Ну, друзья, можете видеть, можно скачать любое приложение, да, как на Android обычный, но версии 4.4.2. Лучше больше поддерживаться не будет. Выйдем. Давайте попробуем зайти на YouTube. Сейчас я введу пароль с логином своим. Так, ну вот, друзья, ввел логин и пароль. Зашел на YouTube. Вы можете видеть все мои ролики здесь. Видео. Допустим, чик. Грузится. Как они работают, да? Звук есть, можно также звук отключить. Промотка. То есть полноценный Android экран, который есть. Включили в машине, допустим, можете смотреть ролики. Круто. Также, что интересно, можно подключить данное зеркало к вашей машине, к динамикам, да? Чтобы не отсюда звучало, с этих динамиков, а с машинных. То есть по Bluetooth очень круто. Давайте попробуем зайти в навигацию. Вот определило сразу мое местоположение, где все работает. Очень круто. Хорошее зеркало, мне очень нравится. Так как здесь и камера включил регистратор и поехал. То есть без всяких вопросов. Захочешь смотреть, нажал домой, есть. Так. Что еще интересно, если вам, допустим, зеркало мешает, можете один раз нажать выключить. Все. Обычное полноценное зеркало. С небольшим вот, можете видеть, таким вот экранчиком. Но оно не сильно видно. Один раз нажали, все работает. Круто, что я могу сказать. Давайте вы остановить. Выйти. DVD. На камеру пошла запись, да. То есть такое вот зеркало, очень крутое GPS. То есть в быстром режиме можно на эти кнопочки нажимать и переходить сразу, куда вы захотите. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылочку обязательно я на данное зеркало оставлю в описании. Всем пока!